Следственный комитет по Алтайскому краю разбирается в обстоятельствах смерти подростка в Затосибирске. Пару дней назад в военном городке было обнаружено тело школьницы, которая покончила с собой. Девочку нашли за бомбоубежищем. По словам местных жителей, скорее всего, девочка совершила самоубийство. Причиной могли стать частные конфликты с матерью и отчимом. Местные администрации, напротив, утверждают, что семья всегда считалась благополучной. В школе, где училась 15-летняя девочка, дети называют ее тихой и спокойной. Никаких ссор с ровесниками не замечали. Мы с ней не общались, что у нас просто было пидрастом. Она всегда вела себя тихо. Она необщительная была. Похороны школьницы прошли накануне. Родители пожелали, чтобы они были закрытыми.